Дагестанский поисковый отряд города Хасавюрт «Кавказ» уже на протяжении нескольких лет принимает активное участие в Ахте памяти по местам сражений в Великой Отечественной войне. Стали первопроходцами в грандиозном межрегиональном масштабном проекте «Формирование Дагестанского молодежного корпуса участников Всероссийского движения поисковых отрядов в местах боев Великой Отечественной войны». Все это направлено на духовно-патриотическое воспитание молодых ребят, сохранение памяти тех, кто остался на полях сражений. Работа поискового отряда города проводится при содействии Министерства по делам молодежи Республики Дагестан. Заместитель министра по делам молодежи Сираждин Галимов отметил сложную работу хасавюртовской молодежи и поделился планами на новый 2019 год. Мы уже не первый год взаимодействуем с поисковым движением России, с поисковым отрядом «Кавказ», который располагается на территории города Хасавюрта. И при поддержке Министерства по делам молодежи было отправлено в места боев Великой Отечественной, где ведутся сегодня поисковые работы, более 70 молодых людей. У нас на этот год, на 2019 год, запланировано очень много мероприятий совместно с поисковым движением России, также с поисковым отрядом «Кавказ». И есть много разных направлений, то есть для себя мы открываем. Это также Республика Крым, Севастополь. Также планируем и поучаствовать в тех поисковых, ну, в Ахте памяти и там, где мы уже участвовали ранее, там, где мы оставили о себе хороший след. Вот это в Волгограде, это в Ингушетии. Поэтому и надо отрадно вообще, ну, надо отметить то, что очень много молодых ребят готовы участвовать в этой поисковой деятельности. Поэтому мы расширяем это, то есть планы в этом году, и, соответственно, планируем выехать в несколько субъектов одновременно. 15 января прошла конференция регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества поискового движения России в Республике Дагестан. В ходе конференции был заслужен отчет о работе регионального совета. Намечены перспективы работы на 2019 год. Не менее значимым событием встречи стало назначение председателем поискового движения России по Республике Дагестан Хайбулы Умарова. За эти 6 лет проделана огромная работа. То есть, знаете, самое тяжелое – это начать работу, конечно. Мы эту работу начали с коллегами по всей России. Найдено очень много наших земляков. Знаете, что более 185 тысяч дагестанцев воевало в Великую Отечественную войну. Более половины, 95 тысяч, мы потеряли и пропали без вести. Сегодня на координационном совете мы решили, что я буду складывать в себя полномочия председателя, и мы выбрали Хайбулу Гагиревича председателем, потом человек, который очень тесно занимается этой работой. Я ему от всей души желаю удачи в этой работе, в этой нужной работе. И самое главное, что он еще много наших пропавших без вести земляков помог найти и передать родной земле. Поисковое движение было создано в 2012 году для перезахоронения солдат, павших на местах сражений Великой Отечественной войны. За 6 лет своей деятельности поисковым отрядом была проделана большая работа. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».